На кадрах видеонаблюдения момент совершения преступления. Молодой человек ворует деньги из кассы одного из магазинов по улице Виноградной. Продавец пытается помешать мужчине. Лицо свое он не скрывает, и женщина легко узнает в нем бывшего сотрудника торговой точки. Кассир, по всей видимости, пытается отговорить молодого человека от совершения преступления. Отходит в сторону только тогда, когда в руке преступника появляется нож. Благодаря полученным записям с камеры видеонаблюдения удалось составить ориентировку, которая была передана всем наружным нарядам. Уже через полчаса сотрудниками полиции по подозрению совершения разбойного нападения был задержан 25-летний приезжий. Из кассы 25-летний молодой человек, уроженец Кабардино-Балкарии, похитил больше 100 тысяч рублей. Потратить не успел, был очень быстро задержан полицией. Рассказывает, на преступление его толкнула обида на хозяина магазина. Да, в данной организации проработал больше 7 лет и был уволен без причины, с тем, что я бы не был согласен. Я решил отомстить своему хозяину, взял нож и забрал кассу. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине за разбойное нападение грозит тюремный срок. Цена мести – до 10 лет лишения свободы. Инга Габешша, Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.